Та-та-та-ти-та-ти-та-ти-та-та-та-там. Та-та-та-ти-та-ти-та-там. Та-ти-та-там. И открыто! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер. Это Tomb Raider, Лара Крофт. Раз в Tomb Raider восстанет восхождение восхитительницы сокровищ, в зависимости от того, под каким понятием вы используете слово «райс», в каком контексте. Ну а мы сегодня продолжаем, будем брать сегодня свою гробницу. Я решил немножко укоротить эпизоды, потому что, во-первых, не успевать записать все. Ну, реально, как-то себя нагрузил за последнее время, да? Как-то с расписанием прямо работать, чтобы у нас просто было времени на все. И даже больше. И прежде чем продолжим, небольшое, как говорится, озвучивание рандомного комментария из творческой студии Ютуба. В данном случае Дарик Хакер пишет: хоть и до 2000 подписчиков не дошли, но мне кажется, что спокойно дойдем любой ценой на твоем канале. Дойдем, Дарик, дойдем. На данный момент у нас 1495 подписчиков на момент записи. Буду сейчас говорить, у тебя 2 миллиона подписчиков уже, какие 1400. Вот такие времена, ребят. Потому что никто не смотрит время, когда было загружено видео, когда оно было записано, когда не учитывается. Такие вот тонкости вселенского YouTube-контента. О, а вот здесь теперь можно пройти. О, стоп, что? А, это грибы. Вот и пробрались. Так, что ты себе представляешь? Кстати... Это, кстати, объясняет, где находится этот тайник. Вот... Говорю вам, он здесь где-то. Черт, нет, он надо мной. А может и не надо мной. Может здесь реально какой-то проход. Здрасте. Базовый лагерь нашли, это конечно хорошо. Но учитывая исчез эту ущелье. Нет, ну мы пока идем по... Ну, по направлению. А, стоп. А, стоп. А, кстати, да, давайте зайдем, потому что мы же с вами сколько шкур набрали. О, что-то есть. Что можем прокачать? Лук можем. Но не любой. Пистолет можем. Но опять же, не любой. Не барабанный у нас. А как здесь переключаться между типами лука? Здесь же это можно, по-моему. Наверное, должна быть какая-то кнопка, но я не знаю какая. Ну ладно. Это, наверное, подождите, я же могу здесь посмотреть. Да, это к полуавтоматическим. У нас как бы дыхание смерти там, да, по-моему? Удобная рукоять. Зачем? Я не пользуюсь вот этим вот. Мне нравится... Так. Лунная тень, она... Вот лунная тень, она прекрасна. Она мощь. Это мощный пистолет. Мне он очень нравится. В общем, не суемся. Вот почему нельзя сделать так, чтобы ты взял, посмотрел, все, оно скипнулось. Я, кстати, понемножку адаптировался, мне кажется. Что покажешь? Кстати, иронично. Но они здесь сделали реально очень грамотную... Подождите, где? А, внизу. Отлично. Прям по пути будет. Так, а где? О, по пути будет. Ой! Аккуратно, 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 Лара. Ты давай мне тут. Она мне тут в каждую задницу мира норовит залезть.
Но должен отметить, задницы мира здесь шикарные. Не то что Ларина. Испоганили, испоганили классику. Я так полагаю, мы с вами... Так. А ну залезай мне тут, не смей тут висеть. Что за черт? Лара. Я удержался. Я удержался. Я на подносе стою. Она стоит спокойно. Но она не хочет входить. То есть вы говорите, что я должен туда упасть? То есть я в первый раз успешно удержался. То есть игра Доберинов играет со мной в злую шутку такую, да? Ой. Яма искупления. Яма. Что-то... Это Яматай, ребят. Это Яматай. Вот. Говорю сразу. Вот это Яматай чистой воды. Так, ясно, это зона спуска. А почему это называется именно ямой? На яму не похоже. Это больше похоже, знаете, на тюремный комплекс Яматая. Не знаю, чем-то чем напоминает. Там что-то есть. Что-то есть, но это надо что-то добывать. Это мы возьмем. Так, давайте сначала здесь пройдемся. Конечно. Это подлежит уничтожению. Фига мне. А, не уничтожение. Надо когда-то все проносить, значит, ясно. Так, тут еще где-то есть одна. А, вот он прям со мной. Да, реально, прямо со мной. Но мы это собираем, это бонус, это прокачка, это опыт, как ни крути. Это опыт. Хороший причем. Я так полагаю, мне вон туда надо будет. Осторожно. Осторожно, осторожно, да, Лара, мы все это знаем. Так, давай смотреть. Ой. Немножко неудобно, что... О, что у нас? Здрасте. Старое кольцо, привязанное к кожаному ремню, чтобы получилась петля. Украшения им были не нужны. Ну, извините, когда выживаешь, как бы не до украшений, наверное. Я так понимаю, все-таки. Так. Должен быть способ повернуть платформу. Должен быть. А мы здесь с вами находим много чего вкусненького. Их заставляли молиться. О, и обновили. Слушайте, реально жесткое место какое-то попалось. Карта обновлена. Я за что обновлена? Спасибо, я хочу сфоткать здесь. Это реально жуткий кадр. Да. Извиняюсь. Пусть лучше винтовку. У него винтовка за спиной лучше будет смотреться, мне кажется. Вот так вот. Вот здесь. И вот такой... Педагог веры. Так, вот давай так вот немножко отойдем. Ого. Нет, как-то вот, чтобы освещение было получше. Кстати, я вижу, там монетки еще лежат, кстати. Можно будет взять.
Во, отлично. Нет, нельзя. А, значит, облик шире был просто, да, обычный. Обидно, обидно. Кстати, вон там какая-то у нас книжонца лежит. Давайте смотреть, где она. Во. Я знала, что рискую. Рано или поздно городская стража должна была меня поймать. Днем мы сбиваем руки в кровь, добывая золото и другие руды, чтобы обогатить Китиш. А по ночам нас заставляют молиться, выпрашивать прощение у Бога и пророка. Они надеются так спасти наши души, смыть наши грехи. Когда надо, я истово отбиваю поклоны. Когда напоминают о моих грехах, притворяюсь, что раскаялась. Но как только меня освободят, я буду снова предаваться наслаждениям. Я знала, что рискую. Да, извиняюсь. Привычка просто нажимать на... В этой зоне просто находится кнопка обычно у геймсира. До сих пор геймсиру скучаем. О. Так, у нас еще один претендент на отличную заставочку. Нет, смотрите, умерла на рабочем месте. Не работайте ни на кого-то больше, ребят, только на себе. Иначе умрете точно такой же смертью. И ладно, если я еще погибал тех, кто в кандалах. Но вот этот человек же, он не застрелен, он не отравлен, не зарезан, он просто сидит. Тут что-то, тут ведьма их что-то убила, мне кажется. Так. Ну, подождите-ка. Так, включить метку. Ага. Она будет прямо там, куда я полечу. Ладно, а ты? Ну-ка. А ты на уровень выше будешь. Ясно. Так. Ну, погнали. Так. Ага, вижу. Что здесь у нас? Пара игральных костей. У солдат были такие, но эти выглядят более изысканно. Да, из золота. Стоп. У этой почти на всех гранях шестерки. Шулерские кости! Реально. То есть первая пара костей обычная, типа, ты держишь такую, типа, у меня две пары костей, давай сыграем. Потом вот так вообще... Ну, нет, подождите, ну... Нет, ну, слушайте, ну вот там, где шестерки, чисто такое, ну это слишком палевно. Ну, вот смотри, вот так вот выпало, ты видишь сверху. А здесь боку шестерка тоже... это что, шулерская? Нет, ну это, ребят, ну так не работает. Я понимал бы, если бы ты, конечно, так вот в бочонках, так сверху. Ну ты же видишь с боков, что это шулерство. Ну это как ни крути, но это оно и будет. А. Это мне надо опустить, видимо, механизм, да, я так понимаю? А, здесь на кнопках, ясно. Подожди. Стоп, стоп, стоп. Лара, отойди, отпусти. Приношу свои извинения, чуть-чуть слетело. Наверное, на сочетание клавиш какой-то нажал. Так, не переживайте, ничего не попустили. Я это сразу заметил. У меня тут программа записи прям находится параллельно. Поэтому давайте сейчас сырить. Так, о, во-первых, вот это нам надо. Это дерево!
Звезды врата Атлантида. Так. Ага, вот. Теперь повернуть надо. О, все на автомате делается. Так, зато я понял, как это все дело отсоединить. Ну, вперед, золотишко! Кстати, реально, смотрите, как грамотно было сделано. Смотрите, древние технологии. Нет, я понимаю, конечно, что это условность игры, но все же, как вот грамотно сделал. Как грамотно вот все сделано, не хотите заметить, а? Ого. Не, подождите. Там, по-моему, не повернешь их. Поэтому пусть вот так стоит. А, точно. Я забыл, что подъемник-то там тоже находится. Это же звездные врата Атлантида. Нет, ну это буквально звездные врата Атлантида. Это по-другому никак не назовешь. Подождите, а где... А, вот где. Ты, я думаю, куда ты пропал? Иди сюда, жмайся. Ага. Ясно. Надо повернуть в эту сторону. И тогда она повернется обратно. У нас она встанет ровно. Так, все, отпускай. Но реально, мне системка нравится. Очень грамотно сделано. То есть, смотрите, вот. Звездные врата Атлантида. Кстати, Лара и Звездные врата. Кто бы такой мог подумать? О, слушай, вот это топовая арт-заставка. Вот это топовая арт-заставка. Вот это возьму, мне очень нравится, мне это зашло. Так, Лара, погнали. Будем надеяться, что все не обрушится. Ай, даже если обрушится, не переживай, заставка все спишет. Надеюсь, этого хватит. Да там-то и соль, что не хватило. Видишь? Уже почти. А звук-то в другой части, если что. Остался вот отдали. Я специально дали не трогал. Так, а где ты? Где этот документик у нас? А, ты по другую сторону, да? Кстати, там тоже книга, если что. Ну, яма реально интересное место. Ничего не могу сказать плохого. Так. Так, ну его тоже надо поворачивать. Я так понимаю, да, ведь? Раз, два, три, четыре, пять. Вышла яма погулять. Лара. Та-там. Это для хорошего пробития. Та-там. И открыто. Сойдет. Грубо, но действенно. А и эффективно.
Вот и прошли. Сработало. Хорошо, что все еще держится. Эй, не говори. После того, что обычно я делаю, это все должно. Опять! Тонны золота! Возьми все! Купи все этого торгаша! У тебя все будет! Богатство этой долины невозможно не заметить. Она как цветущее дерево. Каждый год в этой некогда дикой местности появляются новые здания. Мы вырастили целое поколение ремесленников, астрономов и философов, которые ни в чем не уступают западным. Но любой крупный город порождает преступность и падение нравов. Многие считают, что грешников следует казнить. Однако пророк и слушать об этом не хочет. Он твердо верит, что человеческие пороки исправимы. Поэтому мы сохранили грешникам жизнь, в надежде, что тяжкий труд и молитвы их исцелят. Я не разделяю убеждений пророков в спасении заблудших. Но так они хотя бы работают на благо города и тех, кто пострадал от их рук. Так появился ГУЛАГ. Ребят, вот серьезно, нет никаких грехов, не существует. Все это в рамках вашей личной морали. Их не существует в природе. Природа им их не указывала, не существует их. Существует только природа и точка. Все остальное это уже личный домысл. Кстати, заметьте, как красиво спрятана руда, ведь не заметишь даже, да? Так, давайте сразу займемся производством. Так, там у меня полностью все заполнено. Так, а как гранаты делать? Гранаты, скорее всего, надо будет делать в отдельном. Так понимаю, его в режиме. О, рожица пророка. Кстати, если что, Яков на эту не очень-то похож. Манускрипт 10 века о византийских методах ведения горных работ и металлообработки. Геолог. Геолог. Знание геологии позволяет успешно добывать хромовую руду. Нажмите Е, чтобы начать добычу рядом с подземной рудной жилой. А что я... Меня просто не доходит. Я раньше не мог, что ли, добывать, получается? Это не бакафич, что ли, какая-то была у меня, получается, какая-то, да? То есть Лара, типа, у меня в Яматай доучилась что-то и добывала просто на обум все. То есть это даже был... Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. А теперь туда с вами наверх, получается. Так. Ну тут мы все собрали. Подождите, а метка не стоит, нет, не стоит. А что не стоит-то? Включи метку мне. Не дает. Я хочу лагерь найти, метку не дает. Ладно, плывем. Надо отсюда выбираться. Дойдем до базового лагеря, а там определимся, что, как, с чем едят. Та-та-ти-та-ти-та-там-та-там. Ну вот опять же, зовите. Я ведь нашел проход. А как, почему меня туда ничто не вывело? Вот так... Вот почему меня тут тот проход ничего не вывело? Вот такой вопрос у меня. Вот заметьте, я вот в тот проход попадал спокойно. Мы там стояли, но меня не пускала сценарная стена. Вот я не люблю такие ходы, вот серьезно. Вот если уж вы... Если есть какая-то возможность зацепиться, вы сделайте так, чтобы человек мог воспользоваться этой дорогой. Да, мы... Она обвалилась в дальнейшем. Но если человек через нее прошел, значит, наверное, может сделать какой-то тоннель. Ну, либо же сделайте такими средствами, что Лара будет вынуждена. Извиняюсь. А я пошел, что ли?
Нет, я еще не прошел лагерь. Значит, мне надо как-то... Может, мне повыше надо? А, там уступы. Нет, Лара, ты куда? Ты не туда смотришь. Вот оно. И ведь незаметненько. Незаметно вообще. Ну, оно того и стоит. Главное, пробрались. Главное, прошли и добрались. Все, вот оно. Так, сколько там у нас с вами? Ну, как-то недолго особо записываем, но... Так, что у нас с вами еще есть в зоне действия? Ну, в принципе, давайте на сегодня пока на этом нас закончим. Мы как раз-таки с вами у прекрасной зоны. Пока ничего вроде нового такого у нас не появилось. Да, а, нет, подождите. О, что-то можем. Рукоять удобно держать, а дальше становится меньше. Так, а у дробаша что? Потому что дробаш у нас самый непрокачанный. Он тоже удобная рукоять. Я люблю винтовку, но дробаш нам нужен. Так что, кстати, еще нам надо в ресурсы же зайти. Рюкзак. Экипировка. Так, а, нет, подожди, это то, что прокачивается, это не надо. А вот боеприпасы. 7 руды на гранату. Это жестко. Ничего не скажу, это реально жестко. Ну так или иначе, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Лайк, комментарий, подписка на канал, Discord, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Не пропусти предыдущие эпизоды, а если вдруг ты у нас впервые, посмотри все наше прохождение и на Яматайское тоже не забудь заглянуть. Оба плейлиста найдешь в описании. Ну а с вами был Вескер, Лара Крофт. Всем до скорой встречи, всем пока. Удачи!